Набор мелких сережек Бетана. Это серьги-капельки. Думаю, надо вам показать, пока еще их все не разобрали. Они у нас уходят прям мигом. Две пары уже с этого набора нет, но покажу хотя бы то, что уже осталось. Вот такие серьги в виде сердечек с буквами Love. Коронки, листики, такие блестящие какие-то заклепочки. В общем, очень миленькие. На каждый день очень симпатичные. Я такие ношу всегда. Дети очень хорошо их берут. С тех старых наборов уже осталось всего две пары. Ну, эти пока еще, про эти еще никто не знает, что они у меня есть. Так бы их уже давно не было. Серьги Ричелло. Приобрела около года назад. Они, в принципе, такие длинные, объемные. Были они у меня в продаже, но на этот Новый год я решила их забрать себе. Очень понравились они мне, очень праздничные. Состоят из трех бусин золотого и жемчужного перламутрового цвета. На ушах как бы тяжеловаты, но не совсем так, чтобы нормально. Вот такие они в длину. Длина примерно у сережек Ричелло 7-7,5. Примерно так. Достаточно такие объемные.